По легенде, молодая графиня Амандин де Ламберт сбежала от своего старого мужа, написав на прощание всего пару строк. Больше ее никто не видел. И эта история так и забылась бы, если бы спустя 100 лет в Булонском лесу не был найден ее особняк. Он был точной копией того, как тот, в котором она когда-то жила со старым графом. Самой же графини, естественно, там не было. Но в доме все осталось так, как прежде. Только лишь мебель немного постарела и покрылась патиной, и дверной колокольчик поржавел от дождей. Постепенно к особняку стали приходить люди, и каждый из них хотел унести частичку дома в память о графине. И лишь спустя 150 лет нашлись люди, которые полностью смогли воссоздать все вещи из дома графини. Интерьерная лавка на Пушкинской, 49, создана для тех, кто ценит красоту, традиции и воспоминания. Здесь буквально каждая вещь окутана атмосферой своей эпохи. Возможно, вы вспомните свою любимую бабушку и аромат свежей домашней выпечки. А может быть, вы представите себя французским графом. В любом случае, влиться в историю, стать ее частью или же просто отдаться воспоминаниям здесь вы сможете сполна. Интерьерная лавка на Пушкинской, 49, представляет 4 французских бренда: Comptoir de Famille, Marisa Paris, Country Corner, Antique Line. И каждый из них занимается изготовлением различных предметов интерьера, от часов и посуды до мебели и ароматов. Причем все сделано из натуральных материалов и в стиле конца 19 века. Словно эти вещи все это время ждали своего часа. Оказавшись здесь, понимаешь, что это особенное место. Ощущение, что вы бывали здесь сотни раз. Вас знают, встречают приветливой улыбкой, предлагают выпить чашечку чая с прованскими травами или свежесваренный кофе. Интерьерная лавка больше напоминает небольшую уютную квартиру со своей столовой, прихожей, гостиной, ванной, кабинетом, спальней и, конечно же, кухней. Ведь так намного проще найти то, что нужно. Все предметы привезены из Франции и искусственно состарены. Судя по их стилю, романтизм 19 века вновь в моде, хотя мода здесь не имеет ключевого значения. В большей степени все зависит от вашего понимания этой эпохи и от банального «нравится». Поэтому все, что есть в интерьерной лавке, может оказаться у вас дома. Ванная. В ванной комнате вы найдете все, что вам понадобится. От банного халата из хлопка до мыла из натуральных ингредиентов и ароматов для дома. К примеру, вот это мыло на 72% состоит из оливкового или пальмового масел. Поэтому вы без труда сможете мыть им даже посуду. Ну и, конечно же, я не могла не сказать о саше. Саше – это ароматизированные мешочки производства Maurice à Paris. Они изготавливаются вручную из тончайшего французского кружева или шелка, наполняются бусинками с парфюмом и украшаются миниатюрными тематическими фигурками, отлитыми также вручную из смеси благородных металлов. А некоторые из них можно даже использовать как броши. Маленькие металлические фигурки представлены в очень элегантных формах, чтобы передать особенное послание. Возможно, это будет признание в любви из коллекции «Ты и я». А может быть, воспоминание о путешествии из коллекции «Прогулки по Парижу». В любом случае, по-моему, это прекрасная возможность выразить то, что нельзя сказать словами. В интерьерной лавке на Пушкинской, 49, есть все необходимое, чтобы преобразить каждый уголок вашего дома. Для спальни подберите кровать или комод с эффектом патины, словно он достался вам от бабушки. Шкатулки, всевозможные торшеры или же текстиль от Comptoir de Famille. Покрывало, подушки, шторы и даже балдахин. Все сделано только из натуральных тканей, льна или хлопка. Во всех предметах свой шарм. Подушки, набитые мягким пером, аккуратно выставлены на кровати. И все это хранит в себе тепло и уют. Столовая. Место, где вся семья собирается за ужином, где в дружественной обстановке за чашкой чая ведутся долгие беседы, должно быть особенным. Здесь каждая деталь имеет свое значение. Бокалы, подсвечники, деревянные стулья с мягкими подушками и большой стол. И особого внимания, как символ эпохи, заслуживает буфет. Словно мы опять вернулись в детство. Его каркас изготовлен из массива ели, искусственно состарен и покрашен вручную.
Что же касается рабочего места, то вы без труда сможете оборудовать свой личный домашний кабинет. Только представьте, возможно, именно за таким бюро Анаре де Бальзак писал свои шедевры, окуная перо в чернильницу. Работать здесь одно удовольствие. Вся мебель в интерьерной лавке сделана из натурального дерева по старинным технологиям и лекалам. Бюро и стул выполнены из бука и покрашены вручную. Множество полок и ящиков делают гарнитуры еще и невероятно удобным в использовании. Добавьте сюда еще несколько деталей, например, деревянный пенал для ручек и абажур, и ваш кабинет станет мечтой для любого писателя и поэта. В интерьерной лавке на Пушкинской 49 нет мелочей. Здесь каждой вещи отведена особая роль. К примеру, как в этой прихожей. Подставка для зонтиков, ключница, крючки для одежды, коврик при входе, колокольчик на стене. Все эти предметы были и остаются необходимыми, но, к сожалению, не каждый умеет их ценить. Ароматизированные свечи станут прекрасным сувениром. Но если вы хотите, чтобы подарок стал более запоминающимся, вложите его в подарочную коробку и дополните памятной открыткой. Все это вы также сможете найти в интерьерной лавке на Пушкинской 49. Теперь вы знаете, что в нашем городе есть место, где вас всегда ждут как старых добрых друзей, где воздух окутан тонким кофейным ароматом и благовониями. Вас радушно встретят молодые домохозяйки этой уютной лавки и обязательно что-нибудь посоветуют. Посетив интерьерную лавку на Пушкинской 49 однажды, вам обязательно захочется прийти сюда снова, чтобы вернуться в прошлое и вспомнить, как это было прекрасно. Прическа и макияж ведущий – салон красоты «Ля Санте». Одежда ведущего предоставлена магазином фирменной одежды «Ло».